Пасмурно, солнце не выглядывает, уже никто не гуляет. И только Егор, сидя дома, наслаждаясь жизнью и попивая чаёк. Итак, вы спросите, какого хрена сейчас было? А я вам отвечу, нашему каналу, мать твою, год! Мои старые каналы даже до такой цифры не доживали. Халол. И я даже не знаю, что по этому поводу, мать твою, сказать. В первую очередь, я бы хотел поблагодарить вас за всю вашу поддержку за этот год. А если точнее, то 8 месяцев, потому что 4 месяца меня даже никто не смотрел. И вы, наверное, же спросите, что же будет дальше. А я вам скажу, дальше будет только прогресс, только развитие и только улучшение контента. Ну, в принципе, заметили, да? Ну и, конечно же, как я мог обойтись без вашего самого любимого сериала на канале, наверное, возможно, да, не... Неважно. Да, вот, как-то так. Darkness Tale! Yeah, bitch! Насчет Darkness Tale я уже начал делать Darkness Tale 1.1 The Angel of Darkness. Да, если кто не знает... В общем-то, насчет The Angel of Darkness. Кто не знает, как это переводится, я вам скажу. The Angel of Darkness переводится как «Ангел тьмы». В принципе, вы все узнаете, сразу проспойлерю, будет два парта, хотя, я думаю, это не особо спойлер. Да, продолжаю делать Darkness Tale, уже начинаю делать следующий Darkness Tale, закончил почти две части. Только одну, да, неважно. Ну, вообще-то, вот, как-то так. Также переходите в нашу группу Discord, ссылочка в описании, там я вкладываю спойлеры. Все, что связано с Darkness Tale, все там дополнения, все там саунды, что там сделали. Также буду выкладывать там всякие видюхи про каких-нибудь других аниматоров. Короче, там прикольно, добавляйтесь. Может, больше нормально будет. Да. Надеюсь, вам понравилось это коротенькое юбилейное видео. Еще раз скажу вам огромное спасибо. Я надеюсь, у нас соберется первая 1000 подписчиков. Всем спасибо за просмотр, ребята. И пока.